Что делаете? Мы жмякаем. Жмякаете? Да. А может лучше откроем что-то? А там я буду открывать. По Нине снова? На Нине. Пойдем откроем. Я. Какие сегодня страны? Сегодня Украина и Бельгия. Даша любит Украину и Бельгию. Ну хорошо, может быть, если так постоянно по теории вероятности одно и то же говорит, то обязательно что-то попадется. Достаем. Я тут где-то вот там. Ну, пойдем. Ладно, смотрите, там кто-то сделал из какого-то... Вот сейчас. Снова Туркая, да? О, первый попался у нас турецкий, да, это вот полумесяц, а звездочка это Турция. Даша, ну по порядку. Все, Даша уже обрадовалась, она нам выдала секрет, что попался футболист из Франции. Мы сегодня угадали хоть одну страну Франции. У нас сегодня, покажем сейчас француза, но начнем уже с того, кто первый был. Это турецкий футболист, он в сборной с 2006-го. Это 15 лет, ого-го, 85-й год, это 36 лет ему. 1,88 м. Зовут турецкого футболиста Бурак Илмаз. Или Бурак Илмаз, скорее всего, Бурак Илмаз. И под номером он 85. Очень опытный футболист. И второй, Даша нам презентирует. Второй француз. Молодец, Даша угадала. Француз, он с 2018 в сборной, 3 года, относительно недавно, по крайней мере, относительно недавнего турка Илмаца, 26 лет, 1,83 м, 77 килограмм. Вот еще один француз. Вот, муравей. Секундочку, нет, муравей аргентинец. И зовут его Преснел Кимпембе. Преснел Кимпембе. Преснель Кимпембе. Гоша. Да, конечно, с именами у меня всегда проблемы. Преснель Кимпембе. Но потихоньку учим. Преснель Кимпембе и Бурак Илмаз. Ну, у турецкого гораздо проще произносится, чем Преснель Кимпембе. Но я думаю, это имя стоит того, чтобы его все-таки научиться произносить и запоминать. Я думаю, французская сборная покажет на следующем чемпионате Европы, мира очень красивую игру. Там пробовали сорвать, и там не получилось. Так, и что у нас по традиции, Даша, что мы обычно делаем? Что не умеет хорошо делать, и кто возьмем свою сборную. Ну, давай сначала, кого бы ты взял в свою сборную? Его. Давай я покажу, а то его это слишком уж это относительно. Его. Кого его? Муравку? Его. Так, его это значит он, да? Да, он. Вот в этот раз француз, потому что Даша угадала, была довольна, или почему? Ну, потому что у него красивые усы. А, Даша, ну, турка тоже усы, да, но все-таки, да, посолидней. Посолидней у Кимпембе. Вот, как ты думаешь, кто из них нападающий, а кто защитник? Я думаю, он защитник, а он нападающий. Он защитник, но что у него щеки большие. Защитник, скорее всего, Илмаз защитник. И Преснел Кимпембе нападающий. Мне кажется, на самом деле, что они обе защитники. Оба защитники. Даша все-таки подумала и решила, что они защитники, на основании чего? Потому что, ну, он мне просто напоминает защитника, а у него он не может просто быстро бегать, мне кажется. Ну, грустные они какие-то, да, просто, наверное, вот, да. Скучновато под воротами стоять, когда там нападающий бегает, веселенько голы забивают, тут надо стоять, быть постоянно на чеку, не дай бог пропустишь гол и все такое, вот они грустные, да, оба, не улыбаются, серьезные. Большинство футболистов до этого, которые мы видели, они улыбались. Да. Да, ну. Мне но это может быть не помешает, все-таки не мешает им быть хорошими футболистами при этом. Теперь все должны улыбаться. Умеет? Мне кажется, он хороший парикмахер, а он хорошо ест пончики. Да, хочу еще заострить взять вот такой искренний, вот таким Кимпембе, очень такой искренний взгляд.
А у Йилмаза такой строгий, мужественный. Оба симпатичные футболисты. Он хорошо может Кимпембе хорошо может стричь. Он может стричь. Да, очень хорошо. То есть, если уж в команде длинноволосый завелся, то Кимпембе возьмется за дело и быстренько ему подкоротит волосы, чтобы не мешали бегать. Так что это ценнейший игрок. Даша сделала правильный выбор, почему французы и выиграли. У них вот короткие стрижки на прошлом чемпионате. А он хорошо может кушать. Бурак показался. Ну, сейчас вот посмотрим. Вот он 1,88 м, да, а весит 80 килограмм. В то время как, например, Кимпембе, он, у него рост намного на 5 сантиметров меньше, а вот у него вес всего на 3 килограмма. Соответственно, Кимпембе весит больше, чем Йилмаз. Ну ладно, хорошо, это то, что он меньше весит, не обозначает, что он не может хорошо кушать, правда? Да. Что если он просто какие-то таблетки кушает, чтобы он меньше весил? Ну нет, ну 1,88 м надо еще прокормить, правда, да еще когда бегать приходится очень много. Ну и потом кебабы и все такое, турки известны своей любовью хорошо покушать. Вот, поэтому Даша недалеко от истины. Ну и сейчас пойдем клеить, да, покушать. Ну и потом такой футболист в команде. Слушай, Даш, это же вкуснейшие кебабы. И шарма, и все такое. Папа, а что можно? Не, я бы, наверное, все-таки взял бы турецкого. Папа. Хотя а французы хорошо... тоже имеют кое-что а хорошо готовить. Наша... Лягушек, например. Что? А что она хорошо может сделать, если он хорошо ест? Ну, если хорошо ест, он хорошо и бегает, то хорошо ест, хорошо работает. У коня тоже зубы смотрят, знаешь. Куда клеванем? Ну, пойдем клеванем тогда быстренько. Может быть, где-то, может быть, даже вот здесь. А если на природе прямо вот так и спрятать, чтобы ну, так нашел только избранный, для избранных. А, Даш? Ну, мы где-то тут на камешке. А вот смотри, можно оригинальное место. Смотри, вот, вот, смотри, вот. Не, оно слишком высокое. Я достану, я помогу тебе. Нет, а другие не достанут. Ну, папу попросят. Или подпрыгнут высоко. Нет, если будешь отклеивать, тогда мы вместе хорошо, с бумагой. Хорошо, ну давай в другое место. Вместе с бумагой отклеится, если будешь отклеивать. Давай тогда. Пам-пам-пам. Даша опять от меня убежала. Тогда снова на лавке. Даша решила еще раз, так как... Футболист лавки быстро нашел своего фаната. Даша решила, что лавка это счастливое место. И приклеим снова на лавке. Без оригинальничания. Ему, наверное, дадут кушать. А может на кустик? Смотри, там он такой красивый кустик. Может на него прямо. А? И отклеит легко. Ну давай. А тоже на лавку клеили. О нет, он ведь хорошо кустики будет стричь. Кого первого приклеит? Француза или турка? Его, потому что он будет кустики стричь. Француз? Угу. Кустики постригут. Хорошо, да, француз же хорошо стричь, парикмахер. Даша вот решила почему-то, что он хорошо может стричь. Вот оно еще на дерево. Хотя нет, там нет много листьев. Или все-таки на дерево, как ты думаешь? Ну, давай, выбирай сама. Дерево тоже красивое. Я могу, например... Вот прямо дупло заклеить. Да. Вот здесь есть дуплецо, вот и заклеим. Пусть он красивее, чем рыхлое дупло, будет красоваться наш... футболист. И снять легко. Обычно в таких местах сильно не приклеивается. И, соответственно, вот такое необычное место для нашего французского друга. Преснел Кимпембе. Я уже... Мне вот, на первый взгляд любое имя кажется диким. Произнесешь несколько раз, и все. И оно уже как родное. Как будто бы всю жизнь жил рядом с этим человеком. Его там звал. Привет, Преснел. Пошли там... Лягушек покушаем, или там, что там еще французы любят, что не лягушки, какие-то клише, да? Не едят они вообще, мало кто ест лягушек, они любят французы вообще другие вещи. Как думаешь, что любят французы есть? Печеньки. Вот печеньки, французы любят печеньки, а не лягушек. Все, вот, значит, печеньки пойдем есть вместе. Если кто-то забыл, может, тут номер можно вот сюда вот. Например. Не, номер не надо. Кстати, да, номер, под которым был Преснел Кимпембе, 576. Я не показывал. 576. Кого куда еще приклеим? Второго куда? Второе, мама, на или по нем. Давай только далеко не пойдем. Вот здесь горка. А давай вот прямо вот здесь, чтобы да. Он сильно не приклеилась. Вот прямо здесь. И да тогда будет... лучше здесь на стеночке. Ну тогда сильно не клей, да, чтобы легко было снять. Вот здесь уже, кстати, что-то было. Там был какой-то Cars are Beautiful, наверное, или что-нибудь в этом роде. Что автомобили
красивые. Или биг, большие. Или что еще может быть? Cars A, B. А? Не знаю, лучше сюда заклеить. Да? Ну давай заклеим туда. Невкусно. Да, вот так будет вместо этой. И вот наш турецкий товарищ. Здесь можно отклеить, если что. Тут Камарат, Бруда. Да, вот все, теперь он здесь. Номер какой здесь был? Бурак Илмац ищет своего фаната. Вот такой номер. Под номером 85 он был в нашем Фанине. Показывал, но еще раз покажем. Да. Удачи вам, ребята, на следующем чемпионате увидимся. Победы вам. Много побед, много красивых голов, моментов. Пока.